Ничего страшного.
почему нам с этим нужно быть? Сказано в Евангелии. Господь Иисус, как человек, посылает ему учеников, найдете такого-то человека, и скажет, что он чтобы он приготовил горницу. Находит человека, приходит приготовленную горницу и начинает выполнять служение. Иисус снимает служение. И появляется и говорит, я хочу научить любви служить другим, не нужаться. Вне карьеры, именно каменоломни. С трех сторон. Продевали бусы, а им соль. Просто вставляли деревянные брусья, заливали водой. Набухшее дерево имеет такую силу, что отламывает нужно конфигурации камень от скалы. Проверяли добывающих на улице. В то время тоже умели там сверлить, что-то добавлять. Вот таких умельцев приводили в вот такие места. Видите?